В День православной молодежи в городе на Неве в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию. Главе митрополии сослужил гость из Эстонии епископ Нарвский Причудский Лазарь. За богослужением молилась православная молодежь северной столицы. Храм Спаса Нерукотворного образа в миру больше известен как церковь на Конюшенной, где отпевали русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В неделю о блудном сыне глава Санкт-Петербургской митрополии совершил здесь божественную литургию. Вместе с ним преподал свое благословение епископ Нарвский и Причудский Лазарь. За богослужением много молодых прихожан. День православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня, но и в попразднество божественная литургия была похожа на пасхальную, отметил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Владыка обратился к молодежи с назидательным словом. Господь один раз дает и на всю жизнь. Вот если мы таланты эти раскроем и принесем Богу огромные богатые дары, то мы исполнили свое предназначение на этой земле. А если мы свои таланты погубим в грехах, в распутстве, в пороках, то, конечно, будет не с чем возвращаться к Богу. Господь нас и таких примет, как Отец щедролюбивый, но мы придем к Нему уже больные. Самое главное – посмотреть, куда мы теряем сегодня свое здоровье, свои силы, на что мы их тратим, на что мы тратим наше время, чем мы увлекаемся, насколько это нас приближает к Богу или удаляет от Бога. По завершении богослужения молодежь прошла крестным ходом от храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади до Казанского кафедрального собора.